Всем привет! Это немного необычное видео для моего канала, но если оно вам понравится, я буду иногда делать подобные видео, например, как сделать красивый текст или превью на телефоне. Сегодня я расскажу и покажу, как рисовать контурный свет на Android. Для этого нам понадобится одно приложение, и это EBS Paint X. Заходим туда и выбираем, где будем рисовать свет. Для начала создаем новый слой, нажимаем вот сюда, включаем принудительное ослабление, длину начала и длину конца ставим на максимум, и выбираем другую форму ослабления. Далее выбираем мягкую либо твердую кисть, и небольшими мазками начинаем обводить персонажа. После того, как полностью обвели, можно выбрать другой цвет обводки, зайдя в пункт фильтр, баланс цвета. Далее будем рисовать сам свет. Создаем еще один слой, в настройках слоя выбираем осветление основы, выбираем кисть аэрограф трапециевидный 40%, настройки кисти примерно как у меня, и начинаем рисовать свет, немного заходя за контур обводки, чем дальше от контура, тем меньше делаем прозрачность. В итоге у меня получилось вот так. Если у вас остались вопросы, можете задать их в комментариях, буду отвечать. Надеюсь, кому-то из вас я помог. Если это так и видео вам понравилось, можете поставить лайк и подписаться на канал. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я делал еще подобные видео? Спасибо за просмотр. Всем пока.